Данный пресвятый во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чистейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без изменения Бога слава рушую, сущую Богородицу тебя величаем, именем Господним благослови Отче. Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе, из мертвых смертей, из мертвых поправ, и сущего гробе живого дарова. Христос воскресе, из мертвых смертей, из мертвых поправ, Иисущего гробе живом дарова. Христос воскресе из мертвых смертей, из мертвых поправ, Иисущего гробе живом дарова. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Сейчас мы пропели один час. Сегодня на Светлой Седмице вместо утренних вечерних молитв всегда поется часы, пасхальный час. Вот, а сейчас мы начинаем как бы на Пасху утреннюю. Светлая, говорит, за утреннее, пасхальное будет. Поэтому чину. Слава святей, единосущней, животворящей и нераздельной Троице, всегда ныне пресной во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живу дарову. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живу дарову. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живу дарову. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим в гробе живо даровал. Да воскреснет Бог и расточется в рази Его. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Иисущим в гробе живо даровал. Яко исчезает дым, да исчезну. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ,
Иисущим о гробе живот даровал. На погибнем грешнице от лица Божия о праведнице да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ. Иисущим о гробе живот даровал. Иди, Боже, сотвори, Господь, возродуемся и возвеселимся вот. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ. Иисущим о гробе живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ. Иисущим о гробе живот даровал. И присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ. Иисущим о гробе живот даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ. Иисущим о гробе живот даровал. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. В мире и спасении душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. Мира, благосостояние Святой Божьей Церкви и соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. С верой, благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь Господу, помолимся. Господи, помилуй. Православным епископ Всероссийской Церкви, господине нашим высокопреосвященнейшим, митрополите Ларионе, честнем пресвитере всего Христе диаконстве, о всем причте людях Господу помолимся. Господи, помилуй. О благосостоянии стране нашей российской, правителях и православных людей в Отечестве, в России несущих и о спасении их Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. По благорастворению воздухов, по изобилию плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. По плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Воскресенье, день просветимся людей, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас приведет победною поющая. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресения. Христа блистающийся, и радуйтесь, ревуща, ясно да услышим победную поющая. Христос воскресе из мертвых, небеса оба достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же невидимый, жилицы невидимый, Христос Бог оставеселие вечное. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
благословила и сии вечную жизнь рожшая Христа, из гроба воссиявшего дней сделався непорочная, и мир просветившего, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Воскресшего, видевши Сына Твоего и Бога, радуйся, со апостолы, Бога благодатная чистая, и еже радуйся, первее, яко всех радости вино, восприяла еси Бога, плоть и все непорочная. Придите, пиво пьем новое, не от камени, не плодно чудодее мое, но не трения источник из гроба дождивших Христа. В нем же утверждаемся, Христос воскресе из мертвых. Ныне вся исполнившаяся света, небо, жизнь, земля и преисподняя, да празднует оба вся тварь восстание Христова. В нем же утверждается, Христос воскресе из мертвых. Вчера спогребохся тебе, Христе, слава стоит, здесь воскрешу тебе. Распинался тебе вчера, сам Иисус слове спаси во Царстве Твоем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на нетленную жизнь прихожду, где из благости родшегося из тебе чистая, и всем конце всегда блиставшего, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Бога Его же родила, и се плотью из мертвых я Боже рече. Восставши, видевши чистая реку, и сего яко Бога причистым возвеличен. Придите, пиво пьем новое, не от камени, не плода чудодее мое, но не тверни, а источник из гроба дождивших Христа. В нем же утверждаемся. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты, еси Бог наш, Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Предуривши утро, я же говори, и отрежь камень от Твоего гроба, слыша ход ангелов, святый преснослущим сущего, смерть, не шеющийся яко человека, видите гробные пелены, и цвете миру проповедите, яко воста Господь мертвы смерть. Яко и Сын Бога, спасающий народ человеческий. На божественной страже Бога гладоливый облаку, достанет с нами и покажет светоносно ангела, ясно глаголюща дни спасения миру. Яко воскресе Христос, яко всесилен. Христос воскресе из мертвых, в ужасе упокол, яко разверзи девственную утробу, явися Христос, яко человек же, а не знаючися, непорочен же, яко невкусен скверный, наша Пасха, и яко Бог истинен совершен речися. Христос воскресе из мертвых, яко единолетний агнец, благословенный нам венец Христос, волею за все заклад быть, Пасха честительная, и паки из гроба красное, правды нам воссия солнце. Христос воскресе из мертвых. Бога Отец ободарит пресвятым ковчегом, скакавши играя, люди же Божие святые. Образом сбытия зрящий, веселимся в божественне. Яко воскресе Христос, яко всесилен.
Сына и Святому Духу. Создал бы Адама Твоего праца, чистая зиждется о Тебе, и смертное жилище разори своей смертью, внеси, озарися божественным звездами воскресения, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Его же родила Иси Христа, прекрасное зверство, сиявшее чистое зрящее, добрая и непорочная жена, прекрасная одница спасения всех. За апостолы, радующиеся того, прославляй. Утренняя, утренняя, глубоко, и место мира петь принеси владыце, и Христа узри, правды солнце, всех жизнь воссияюща, Христос воскресе из мертвых. Безмерное Твое благоутробие, адовыми узами содержимы и зрящи, к свету и дяху Христе веселыми ногами, Пасху хваляще вечную, Христос воскресе из мертвых. Приступим священных дней, исходящих Христу из гроба, я по жениху, и с празднуем любопраздностными чинами, Пасху Божию спасительную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Просвещается божественными лучами и живоносными воскресение Сына Твоего, Бога Мать Пречистая, и радости исполняется благочестим собрание, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Не разверлись и врата детства в облачении, и гроба не разрушились и печатей, Царю создания, вот оно души воскресшего, Готя зрящий, Боги радовавшийся. Снишилась и преисподняя земли, и сокрушились и вери, и вечные, содержащие связанные Христе, и тридневен яко от кита Иона, воскресись от гроба, Христос воскресе из мертвых. Сохрани цело знамение Христе, воскресись от гроба. Ключи Девы невредимы в Рождестве Твоем, не отверзись и нам прости от дней. Христос воскресе из мертвых, спаси мой живое же и нежертвенное заколение, яко Бог сам себе волею привет Отцу. Совоскресилась и все родного Адама, воскрес от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Возведися, зрели, держимое смертью и тление, воплотившимся Твоего пречистого чрева, и тление пресносущей жизни, Богородица Дева, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Сниди преисподняя земли, Боже, знатая чистая шеды, и селимся, и воплотимся Божьи ума, и возлежи собою Адама воскрес от гроба. Снишилась и преисподняя земли, и сокрушилась и двери и вечная, содержащие связанные Христе, и тридневен яко от кита Иона, воскресись и от гроба. Отче и паче миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Ибо еси Царь мира и спас душ наших, Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! И воскресись, яко победитель Христе Божий, жена мира носится, меща вы радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй, по
паче падая воскресенье. Премудрость Божья, слышимся так, Евангелие, мир всем. Духе Твоему. От Иоанна святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вон мем. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ, пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господа, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаварии при Иордане, где крестил Иоанн. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое превославим. Ты боишься, Бог наш, разве Тебе и много не знаем? Имя Твое именуем, приведите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, всего приди Христов ради всему миру, всегда благословящий Господа, Твое воскресение Его, распятие Бог претерпи, смертью смерть. Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, дадим живот вечный и верю милость. От руки, от пищи избави бы, быв человек, страждет яко смерти, и страстью смертное рождение облачит благолепие, едим благословен Отце Бог и препрославлен. Христос воскресе из мертвых, жены с мире богомудрые, все тебе течаху, и мужи яко мертвы со слезами и скаху, поклонившись радующимся живому Богу, и Пасху тайную Твоим Христе учеником благовестишь. Христос воскресе из мертвых, смерти празднуем умершление, адово разрушение, и много жития вечного начала, и играющий поет виновного, единого благословенного, Отца Бога и препрославленного. Христос воскресе из мертвых, Якова истину священное и всепразднественное, сия спасительная ночь и светозарная, светоносного невосстания, сущий правозвестница, ниже безвредный свет из гроба плотским всего сия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умертвен Сын Твой, смерти непорочная месть. Всесмертный пребывающий живут во веки веков, даровой, един благословенный Отце Бог и препрославленный, и ныне и пресно, и
повеки веков. Аминь. Всем царствием созданием брит человек, вселися в Твою Бога благодатную утробу. И распятие претерпим и смерть, воскреси благолепно, со восставит нас, яко все силе. Сыну речевное святый день, един суббот Царь и Господь, праздников праздник и торжество есть торжеств. Боже, благословим Христа во веки. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Боже, награда рождения, божественного веселья, в нарочитом дни воскресения, царствия Христова приобщимся, поющие мы это Бога во веки. Христос воскрес! Воистину воскресе! Пресвятая Троица Божия, на слава Тебе! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувшие сами себе друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко тебя хвалят все силы небесные, тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Христос!
воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Шедший проповедник и учеником его,
сей день Его же сотвори, Господь возрадуемся и возвеселимся. Воистину воскресе! Воистину воскресе!
Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Слово Иже святых отца наша Иоанна Златоуста глаголим мы на святую Пасху. Тихо. Кто благочестив и любит Бога, да насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, да войдет он радостно в радость Господа своего. Кто истомил себя постом, пусть получит ныне динарий. Кто работал от первого часа, пусть сегодня примет справедливую плату. А кто пришел после третьего часа, пусть начнет торжественно праздновать. А кто пришел после шестого, пусть не имеет никакого сомнения, ибо и он ничего не теряет. Если кто опоздал и к десятому, пусть придет без всякого колебания. Если кто пришел только в одиннадцатом, пусть не побоится, что промедлил, ибо хозяин, будучи щедр, принимает последнего так же, как и первого, и дает приют для отдыха пришедшему и в одиннадцатом часу, как и работавшему с первого. И последнего он милует, и о первом заботится, и тому дает, и этого одобряет, и дела принимает, и намерения приветствует, и действия ценит, и желания хвалит. Поэтому войдите все в радость своего Господа, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, веселитесь друг с другом. Воздержанные и невоздержанные, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза полна, насладитесь все, телец велик, пусть никто не уйдет голодным. Все наслаждайтесь пиром веры, все получите часть богатой благости. Пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех. Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя. Ее угасил тот, кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом, сошедший в ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил его плоти. Исаия, прозрев это, воскликнул словами: «Горько пришлось аду при встрече с тобою в преисподней. Горько, ибо он упразднен. Горько, ибо он подвергся поруганию. Горько, ибо он умерщвлен. Горько, ибо подвергся разрушению. Горько, ибо он был заключен в окопы. Принял тело и вдруг попал на Бога. Принял землю, а встретил небо. Он принял то, что видел, и попался на то, чего не видел. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты повержен! Воскрес Христос, и пали злые духи! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и жизнь вступила в свои права! Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу, ибо Христос, воскресший из мертвых, положил начало воскресения всех умерших. Ему слава и власть во веки вечные. Аминь. Аминь.
пропали. Устроив юг уже светлость огнёво серёгши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира не сокрулишь из тисков, высоту нас невинно мудрее показал, но твоими славе сына казал я очи, а не златоусти. Моли славу Христа Бога, спастися душам нашим. Услышим слово назидание небольшое, толкование. Уже не менее 4 лет, как я добровольно отошел от проповеди в своем храме. Это будет не проповедь, а просто разъяснение немного. Что означает приветствие «Христос воскрес»? И далее более расширенный вариант этого приветствия. Христос воскрес из мертвых, смертью и смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Вот самые страшные слова на земле, какие только есть, это известие о смерти. Потрясает человека полностью. У тебя сын ушел, думал и вернулся, он из армии не вернулся. Поехали свои, до дома не доехали, всего-то 100 километров и авария, и все, на том свете. Это гроб, смерть, умерший. Вот 3 слова, которые никогда не переходят в радостную весть. Все, ну только если кто-то хотел кого-то убить, враги тогда принимают это радостно, избавился. Ну а всегда, ребенок ли умер, старец ли умер, смысл один. И вдруг пришло такое известие, что эти слова «умер», «смерть», «гроб» можно произносить в любой обстановке, при крестинах, при рождении, при свадьбе, при смерти. И это все в пасхальном приветствии. Вот давайте внимательно выслушаем. Христос воскрес. Это самое радостное в мире известие. Какие бы ни были еретики, какое бы ни было разделение в церкви, это уже на десятки тысяч сект. Все до одного еретика признают, что Христос воскрес. Не признают единосущную, нераздельную Троицу. Не признают душу. Не признают вечные мучения. Много что извращено. Но Христос воскрес все, и даже мормоны и так называемые свидетели Иеговы признают. Правда, приветствие всегда может рукой помашет. А это приветствие придумали еще и с какими-то дарами, что-то дарится. Ну и придумали на яйце. Но только ошиблись. Дарят уже сваренное яйцо, смерть дарят-то. Если уж по-настоящему дарить, надо яйцо, которое не сварено, и чтобы ты имел надежду подложить ее под паруню, под курицу, чтобы оно действительно проклонило жизнь. Гробовина этой скорлупы была разорвана. Я вот об этом даже подумал. Почему мы радуемся этому? Потому что все до единого смертны. Ученые исследовали, из космоса брали пробы тамошней атмосферы, если ее так можно назвать. Ну, на что-нибудь она похожа с Землей, наконец нашли одинаковость с формалином. А формалин — это тот материал, в котором мертвецов квасят, чтобы они не пропадали. Врачи это знают. То есть вся Вселенная пропитана смертью. А от чего? Написано, в Адаме все умирают. Мы дети Адама. По-своему мы не могли зародиться. От пра-пра-пра и коснулись. А во Христе все живут. И когда мы приветствуем Христос воскресе, то из этого выпадают все мировые религии со всеми миллиардами. А почему? Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит, сколько бы их там ни было, они вне этого обетования. Как Христос воскрес из мертвых, так и нас воскресит. Они этого сказать не могут. Я встречался с этими людьми, которые были православными священниками, православный священник, и ушел в мусульманство. Вот надо, ну, ему там должность дали, все. И спрашивают, а что у него за потеря такая? Вот вы говорите, много потерял. Да на земле, понятно, он не сможет сегодня сказать, этот отец Вячеслав, сказать, Христос воскрес. Он не может. Там нет веры. Они верят, что Иисус был, но Иисус не наш Иисус. Какой-то, который не от девы родился, которого не распяли, который не воскрес, естественно. А мы верим, что Он воскрес. И когда говорится, Христос воскрес из мертвых, и так воскресит наши смертные тела. Вот первая часть, воскрес из мертвых. Слово «мертвый» поминается, а сколько в нем радости.
Когда говорите «Христос воскрес», помните продолжение этих слов. Это означает обещание нас воскресить. И отсюда вывод: смерти нет. Есть легкий переход, шагнул на той стороне. И далее со смертью бороться пробовали. Пробуют бороться с болезнями, болезни, которые, ну, как рак, неисцельные. Показывают фильм «Я легенда», как придумали, наконец, 100% исцеление. Но через 3 года одна пустыня, нигде никого нет. Вирус вырвался на свободу. У Христа 2000 лет, и никакого вируса нету. Весть о полном исцелении и о вечной жизни. Те, которые воскресли, которые обмирали, которые в клинической смерти были, это все временное. Это обещание встречи с родными и близкими нашими, которых мы потеряли, о которых скорбели, которые перешли в лучшее. И у православных есть молитва за умерших. И эта молитва не скорбь несет, а радость. Она вселяет в человека надежду. Поможет, не поможет, только в вечности выявится. Смертью смерть попрал. Я вижу, герои Советского Союза, стоят памятники, и общая плита для них. И написано: смертью смерть попрал. Откуда это взято? Это не где-то, в Томинке я увидел. Как? Это 2.14 к евреям. И как дети, то есть мы причастны плоти и крови, мы же из чего-то состоим, то и Он, Иисус, воспринял оное, чтобы можно было умереть, дабы смертью своей лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Вот откуда смертью смерть попрал. Он безгрешный. Он не сотворил никакого греха. Он говорит: приходит к нас мир, и во мне не находит ничего. А смерть была неоправдана. И впервые дьявол потерпел поражение, впервые, за то, что приговорил к смерти невинного. И когда люди кричали: «Садись креста, поверим в тебя», Иоанн Златоуст говорит: это не люди кричали, это через глотки людей вырвался дьявол. «Сойди! Прокляни этих людей!» И тогда смерть, то, что ты распят, оправдана будет. Не проклинайте врагов, а благословляйте. Смертью смерть державу попрал. А сущим во гробах, то есть по действительно не в реанимации лежащих, а в гробах, сотлевшие, и сущим, по-настоящему в гробах находящим, жизнь даровал. И вот это теперь мы можем применять ко всему, как в природе, и праздник-то попадает на весеннее время, как просыпаются зерна, все зеленеет вокруг. Я еще хочу сказать, приветствие такое радостное, только одно. Рассказывает православный, шел, увидел сосед татарин у него. Он говорит: «Христос воскрес!» А он не знает, что: «Ай, молодца, Христос!» Но радостно ему, что он все-таки воскрес. А если он не воскрес, люди не верят, то вера наша тщетна, вы все еще во грехах. Это мы скажем всем мировым другим религиям, иудеям, мусульманам и кто бы они ни были, языческим. Верить надо во Христа, что Он воскрес. И слово «воскресение» относить ко всему, что окружает нас. Я всегда говорил, писал письма патриарху Алексею, патриарху Кириллу. Мне задавали вопрос в университете: что бы вот вы сделали, будучи патриархом? Ну, я говорю, первым делом бы прекратил строительство всех храмов, часовен, деньги высвободить, рассчитаться с банками, где брали деньги, и все деньги отправить на печатание новых заветов. И вдруг патриархия издает новый, не новый завет, четверо Евангелия крупным шрифтом, и самая первая страница, ну, если кто-то не понимает еще, написано по благословению патриарха Кирилла. Это настолько необычно, этого никогда не было. И когда мы сами раздавали Евангелие, только в близлежащих окрестностях мы раздали больше 30 тысяч Евангелий-то. И когда мы раздавали бесплатно, а какой веры? Мы говорим: православная. А сколько стоит? Мы говорим: даром. Сразу деньги люди в карманы, говорили: идите, сектанты, никогда православный даром не делать. Вот почему надо определять. Это нам неоднократно говорили. Уже все расположено, но когда знали, что бесплатно, сразу нас называли сектантами. И вдруг по благословению нынешнего, живого еще, патриарха Кирилла, издают тысячными тиражами, развозят по храмам и везде раздают. Мы даже не знаем количество, только мы с чем соприкасались, речь идет больше, чем 100 тысяч. Это чудо Божие. Я благодарю Бога. Мы молились об этом, и Бог услышал нашу молитву. Это воскрешение из мертвых, вот этот пункт. Да? Вы даете, не успеваете сказать ничего, книга лежит. И во время скорби человек может ее открыть. Он соприкоснется с Христом.
Еще раз повторим. Христос воскрес из мертвых. Это несомненно, это та самая мысль, которой питались пророки. Самая читаемая в мире книга не Евангелие. Вы должны знать это. А Псалтырь. Помилуй имя Божие, все это псалтыри. Самое считаемое, самое большое распространенное приветствие в мире – это Христос воскрес. Обычно как? Здравствуйте, с праздником, даже на Рождество. Дальше ничего, с праздником. С праздником Рождества Богородицы. Все одно и то же. И вдруг Христос воскрес. Твердыни пали, смерти нет. И человек в радости воскресает. Я знаю, это действительно, это воистину, это не ложно. Он воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Аллилуйя! Аллилуйя! Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Еще молимся, православный епископ Всероссийской Церкви, Господи, и нашим высокопреосвященнейшим митрополитом Илларионе, все во Христе, братья наши! Господи, помилуй, Господи, помилуй! Помилуй, Господи, помилуй! О многострадальной стране нашей, российских правителях и православных людей, в Отечестве России, несущих и о спасении! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателей святых храмов Божиих и всех прежде почивших отец и братья наших, где лежащих и повсюду православные. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, всех где предстоящих и молящихся, и о всех заповедавших нам недостойным молитесь о них. Прежде всем даровайтесь душевного спасения и телесного здравия. Молимся Тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во все тем и всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святителя славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй, Его совершенно, святомирно и безгрешно у Господа просим. Наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Господи, полезным душам нашим и мира мирови у Господа просим. Господи, время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Нашего безболезненное, непостыдное, мирное, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Господи, святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе, друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко Бог милости и щедроты человека, люби и си Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духа и Твоему. Благодарим вас, наши Господи, и преклоним. Боже наш, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Благословен Христос Бог наш всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь.
Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть попрос. Присущий во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть попрос. Присущий во гробе живот даровал. Истинный Бог наш, молитвам причисти, Матери всех святых, помилует и спасет нас, всяко благо, человека любец. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Из мертвых смерти смерть поправ, Иисусе во гробе живот даровал. Христос воскресе! Из мертвых смерти смерть поправ, Иисусе во гробе живот даровал. Христос воскресе, из мертвых смертью смерть поправ, Иисусе во гробе живот даровал. И нам даровал живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению. Все, с миром Божиим идемте освящать, освящать дары. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, Иисусе во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, Иисусе во гробе живот даровал. Христос воскресе. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи Боже наш, Творец и Создатель всего, благослови всякую молочную пищу и яйца, и нас сохрани в Твоей милости, чтобы мы, вкушая их, исполнились обильно подаваемыми Тобою дарами и Твоими неизъяснимыми благодеяниями. Ибо Твое есть царство, власть, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Благословляется приношение сие, окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сие, окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сия окроплением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Ну все, кому еще не досталось? Ой, хоть мне досталось. Еще, еще маленький, кому еще? Меня. Как видите, мало досталось. Да, Маша, очень маленький. Полине. Растет. Спасибо. Спасибо. Все. Так, ты из этого посмотри, что возьмешь, что тебе дома у нас нашли. Мне? Да, три креста разных. И кисточка. Ясно, кисточка с крестом тебе. Ну, кисточка, да. А вот из кипариса. Ну, это кому-нибудь уже не знаю. Иерусалима. Это еще, это еще. Ну ладно. Так, кому надо, возьмите тогда, батюшка не берет. Кисточка мне. Бесплатно. Вот. А мне можно взять? Да бери. Я, конечно, прикладывать. Бери. Какой? Выбирай. Ну вот какой дадите.
Ну давай, вот на тебе вот это. Вот. Это из кипариса, из Иерусалима. Спаси Христос. Все. Так, следующий приезд я, наверное, через неделю, через воскресенье. Потому что очень... Дорога плохая. Да, теперь вечернее богослужение в 5 часов. Объясните там Валентине, скажите. Потому что внезапно снег еще лежал, все, и ночь была на ночь тепло, и пошла вода. Пошла так сильно, что затопила там Устиновых, Любу, все, у нее через сарай, через дом вода пошла. Все, через все плотины, через верх вода идет, прямо через плотины переваливается. Все откопали эти сходы, не вмещается. Так хлынула с поля. Вода, думали, что... Я, ну хоть как-то, я говорю, все равно я выйду за 3 часа, ну раз меня там ждут, надо. Ну, Игорь, давай пробивать. Пробился трактором, пробился до разъезда, и вот на тракторе, и он там приехал. Кто, если желает что-то взять, у него молочное, можете сейчас у него взять. Угу. Ну, вот так. И проехать с собой. Я думал, сегодня с вами поехать. Ну, проехать ты можешь проехать, но потом оттуда опять только трактором гнать. Понятно, все. Поэтому... Я прощался, думал, что умру и поеду. Ну подожди, не помрешь. Жди, как дорога просохнет. А тогда мне не надо уже. Я хотел именно, когда снег на полях. Там сейчас нигде не выйдешь на полях. Ты не представляешь, что есть. Никуда. Где-то там проталины есть, снег еще лежит больше метра, а вода из-под него хлещет. Я хотел все вспомнить, как паслись там, там коров колхозных. 5 лет было мне, чтобы снег маленько был. И получилось. Еще время есть. Батюшка говорит подождать. Подождать. Все. Ой, это не Нина Александровна, не возьму. Я сама. Все, 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 подожди. Не возьму, Нина Александровна, прости, Христа ради, не возьму. У меня одна сумка, у меня сумка занята, у меня чемоданчик. Так, с разбирайте все здесь, ничего не оставляйте. Нет. Так, ко мне дойдите. Да. Сейчас, сейчас. Так, а где там Михаил, надо водить. С Игорем. Миша.